Тут третий пикет, и мне нравится, что мне, во всяком случае, власти никак не мешают. Ни милиция не мешает, ни с райисполкома. Да, я тут видела на первом пикете милиция подъехала, она где-то остановилась, но они даже не выходили с машины, и мне никаким образом не мешали. Пакет мне дай. Ну, люди такие наши, большинство они аполитичны и не верят ни во что, ни в действующих депутатах, ни в тех, что выберут, или там за них кто-то выберет. Они безразличны, это в целом. Но встречаются разные, да, есть, подходят и высказывают резко негативные мнения о нынешнем правительстве и депутатах, и высшем правительстве в нашем Беларуси. Есть такие люди. Выборы, спробуем выкористать те махчимости, которые дают выборы, как постоять там, где есть люди, а не там, где гуляют собаки.